Всем привет, ребят, с вами Корвит, мы продолжаем играть 11 главу Нордгарда. Так, значит, сейчас на меня уже будут нападать ятуны. Ну и, в принципе, сейчас уже придет скоро зима, и мы начнем нормально хилиться. Где они, кстати? А вот они стоят. Вот он, Мишка. Да, я так и думал, что у них, скорее всего, здесь находится последний телепорт. Хотя их, скорее всего, еще два. Один вот здесь, второй где-то вот тут, наверное, находится. Примерно где-то в том месте. Ну, я так думаю, по крайней мере. Вот. С ним, опять же, воевать, я думаю, не обязательно. Вот, никто не нападает сейчас на портал. Можно так вот просто побегать от него. И все. Вот. Мне нужен единственное, что разведчик. Давайте сейчас по-быстрому я его сделаю. Разведчика. Вот так. И пошлю его вот в эту область. Вот сюда. Вот мне интересно разведать вот это вот место. Вот эту вот площадочку. Так, здравствуйте, большой мистер Человекс. Большой мистер Человекс. Все, приходит зима. Сейчас наши ребята начнут хилиться. Быстренько. Нас напали. А все, он сейчас уже сдохнет. А здесь вот этого надо увести, да, вот этого. Ага, все, отлично. Сдох. И здесь, получается, это тоже уже почти сдох. Все, сейчас брынкс, все, упал. Берем теперь всех наших людей и двигаемся дальше. Так, я думаю, что стоит напасть вот сюда, захватить здесь вот эту вот территорию. Вот, еще не мешало бы, конечно, убить всех драугров. Мы с ним контакт с игроком Йотуны, как нам поступить. А вот они, да, находятся, Йотуны, это хорошо. Да, вот эту бы зону я бы, конечно, бы хотел бы себе захватить. Было бы неплохо. Тут всего лишь одна валькирия, так что, я думаю, будет несложно. Тут кто? Драугар напал на нас. Вонючий драугар. Спятивший, слетевший с катушек драугар на нас напал, ребят. Ой, там кто-то напал. А, ну здесь волки на меня напали. Здесь волки, но там я с ним справлюсь без проблем. Здесь драугар. Вот, вот эти вот две зоны надо бы захватить. Давайте колонизируем вот эту. Тут у нас плюс 5 будет к атаке. А здесь мы возьмем, наверное, стратегия боя, я думаю, взять. И возьмем... возьмем три, к счастью, еще. Вот так вот. Потом мы возьмем всех наших персонажей, переместим их вот сюда. Это что такое? Разведчик был ранен. Да ладно, ты только, блин, родился на свет, уже опять ранен. Ага, вон, вижу, ходит здоровяк. То есть, скорее всего, вот здесь вот они где-то находятся. Тут кто напал? Тоже напали драугры? Да вы чё прикалываетесь, что ли? Сколько их здесь может быть вообще? Почему-то воин вот этот не хилится, как мне кажется. Вот этот вот. Мой господин. Новый ресурс. Отлично. Давайте колонизируем вот это место, чтобы они на нас больше не нападали. Случайно. Случайно или специально, не знаю. Да кто напал? А, там синий вылез. Нифига себе. Ты откуда взялся? И там еще кто-то внизу напал на нас. Тоже синий вылез. Офигеть. Идет захватывать мою территорию, гад вонючий. И здесь тоже гад вонючий идет захватывать мою территорию. Я тебе еще покажу, где раки зимуют. Не захватил, не успел. Ага, молодец. Не захватил. Я, блин, не успеваю. Везде нападают. Там вообще трое напали. Офигеть. Да, все-таки это синие были враги. С ними надо воевать. Почему-то медведь только один дерется. Где все остальные? Где банда? Потому что мы банда. Надо 50 монет собрать, чтобы улучшить наших хилов. Так, вон они последние, да. Но они как бы уже не грозят, в принципе.
вратам, да? Нужно, получается, тогда построить... Так, торговый пост, рынок. Что мне нужно было построить, чтобы хижину знахаря открыть? А, подожди, я могу построить, в принципе, торговый пост. Да, добывать там деньги. И еще и торговать, получается, одновременно. Так, эти где у нас стоят? Вот они, да, тусуются. Кучка. Давайте их сюда куда-нибудь передвинем, наверное, чтобы они здесь были. А эта кучка у нас вот она где находится. Йотуны нападают, вот они двое. И оба, походу, идут вот из этих врат, скорее всего. Это, конечно, не точно. Так. Захватывает уже, да? Территорию. А вон еще один. Еще двое идут. Офигеть, еще двое идут. Да как так-то? На наши земли напали. Блин, тут со всех сторон на наши земли нападают. Тут осталось двое всего лишь. Двое воинов всего лишь осталось. Обалдеть, что-то нас как-то жмут. Нас начали потихонечку сжать, ребята. Так, 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 добиваем, добиваем. А чё, блин, не бьем, я не пойму. Этот умер, а этот еще нет. Так, убили. Убили, отлично. Все, со всеми вроде бы расправились. Кто на нас посягал? Так, это территория наша, все отлично. Все хорошо. Так, в торговый пост мне нужен кто-то, да? Копить золото нужно в огромном количестве. А, торговлю нужно здесь было взять сначала еще, чтобы торговать. Да, но все равно так будут деньги капать. Денюшка нужна. Надо улучшить просто знахарей. 50 монет мне нужно, чтобы улучшить знахарей. Мне надо быстро хилиться, я не успеваю просто все это делать. Я не успеваю хилиться, из-за этого, блин, ребята, дохнут наши. Плохо очень становится. Здесь вот в идеале бы, конечно, башню построить. Это было бы вообще, конечно, шикардос. Но на башню мне не хватит. Надо 20 золота, мне нужно 50 сейчас. Крайне срочно нужно. А потом уже, конечно, можно и башню делать. Вот, еще бы в идеале захватить вот эту вот зону. Чтобы избавиться от этих красных. Так, разведчик снова у меня умер, да? Значит, нужен еще один разведчик. Так, куда-нибудь вот сюда вот его отправить. Не знаю, откуда его нападают. Требуется улучшенный лагерь разведчиков. Братья прислали нам подмогу. Не знаю, какую подмогу они там прислали. Никогда никого нету. Подмогу там какую-то прислали. Так. Ну, я думаю, он сам тогда сможет, да, куда-то сходить, где-то что-то разведать. А нет, вот подмога из двух человек пришла, отлично. Ну, хоть кто-то, пускай будут тогда здесь, будут помогать оборонять вот эту зону, на которую постоянно кто-то нападает. Вечно кто-то сюда нападает на нас. Так. Торговлю берем. За каждого врага убитого в области своительной засиливаешь бойцу за каждые 100 очков славы. Куда вы побежали, гады вонючие? Так, все, тут нормально. Тут все хорошо прошло у нас. 500 еды есть. Осторожно, на нас напали. Где, кто? Кто тут напал? Синий снова напал. Да ты что, прикалываешься, что ли? Синий, ты какой-то приколист, блин. Че ты на меня лезешь? Все лезет, лезет, главное. Без остановки. Убежал, все. Испугался. Улучшить инструменты. Даже не знаю кому. Давайте знахари улучшим лучше, да? 34, блин, нужно 50, чтобы было. Давайте еще раз устроим пир. Я думаю, что это уже будет последний пир. И больше мы его устраивать не будем. Кобальды у меня есть. Йотуны есть. То есть можем, в принципе, торговать, да? Но мне надо сейчас хилиться. Хилиться в полном объеме.
захватывать вот эту зону, наверное, тоже колонизировать ее. Есть, отлично, все, делаем тогда еще знахарей. А, подожди, блин, улучшенная ратуша мне сначала нужна. Блин, тут тоже 50 монет. Вот черт возьми, ладно, придется тогда ждать еще. Придется еще немножко подождать. 50 монет. 50 монет, а сколько же можно ждать? Ранен, когда я следовал новую область. Да блин, да что ж ты такой, блин, этого ней? Тебе убить и ранит. Можно легко. В этот раз вот вроде бы двое только пришли. Не знаю, может быть... А, вон еще идут двое. Как-то издалека они откуда в это идут, так прям. Где-то далеко они, видимо, были. Туда Мишка, сюда девочка. Немножко побегать, подразнить их. Побегать, подразнить. Ух ты ж, блин, а про этого я даже не подумал как-то. Убили, отлично. Мишка. На тебе лапой по голове. Так, все хорошо, здесь мы тоже справились, все отлично. Вот этих, правда, так и не отхилили. Да надо было, наверное, чтобы их уже убили. Мне кажется, было бы проще получить уже новых. Так, бежим куда-нибудь сюда. Что там у меня? Так, вроде бы все нормально, можно делать. Хижину знахаря улучшаем. Сюда засовываем еще одного знахаря, третьего. Все, теперь, я думаю, у нас хил будет быстро идти. Следующее, что я буду прокачивать, это, наверное, так, быстролиние. Дело, штраф производства еды 30%, счастье увеличивается. Наверное, убийца-чудовищ, либо легендарный герой. Наверное, убийца-чудовищ буду следующее, что брать. Так, эти вот они стоят. Ну, пускай тут, короче, они тогда хилятся, нам нужно отхилить будет их. Давайте сходим, подеремся вот здесь вот с волками. Ух ты, сколько их там. Много что-то как-то волков. Давайте их убьем. Вот так, хорошо. Все, колонизируем вот эту зону. И нам останется только убить вот этих вот ятунов, которые здесь ходят. Все, убить их можно будет, в принципе, легко. Единственное, я не вижу, где там следующие. Здесь у нас ятуны тусуются, с которыми можно торговать, кстати, да? Можно торговать едой. Крупное поселение. Шенотгарские поселенцы. Так, это мне прибыла, получается, подмога. А, торговлю я же хотел поставить, блин. Так не поставил. С ятунами вот лучше всего торговать. На наши земли напали. Кто-то тут напал. Драугры, что ли, напали? Да, драугры напали. Где они? Где мои воины? Давайте их всех пошлем сейчас вот сюда. Поможем там, подеремся. Так, а здесь кто-нибудь пришел к нам? Прибыл? Никого нету, по-моему, да? Ну, у меня их 8, так что... Наверное, никого там и не было. Так, ну все, теперь давайте подеремся с вот этими вот гадами. Это, по-моему, предпоследний остался у нас портал. Скорее всего. Ну, я так подозреваю, что, наверное, предпоследний остался портал. Так. Ну, тут, блин, я не знаю. Наверное, двух я лучше отсюда заберу. Вот сюда. А здесь тогда построю башню. А, у меня нету чего-то. Дерева нету. Блин, нужно дерево. Из-за зимы все очень-очень плохо. Так, ну сейчас там двое прибегут. Где они там бегут? Вот они бегут. Двое желтых. Сейчас тогда уже пойдем в атаку. Надо просто успеть вот к этой точке. Давайте уже, наверное, сейчас идем в атаку, чтобы потушить, получается, этот портал.
обнаружил новые земли. Ну, это хорошо. Что он их обнаружил. Ну, еще полмесяца осталось. Но я думаю, успеем убить их. Я на это надеюсь. Так, хорошо. Теперь вот этого нужно раскидать. И потом отхилиться. Так, все, отлично. Портал сломался. Я даже видел, как он рухнул. Так что все нормально. Сейчас тут по-быстренькому отхилимся. Так, портал сломался у нас. Все хорошо. С йотунами торгуем. Еще кто-то напал. Синие напали. Синие гады вонючие напали. Так, этого выносим. Этого выносим. Кобальды. Чего их так много здесь, этих кобальдов? Смотрите, офигеть. Полно, на самом деле, кобальдов тут. Так, у меня начали болеть люди. Это плохо. Минус 10, к счастью. Потеряли контроль над этой областью. Нужно ее вернуть. Над какой? Ах ты, гад синий. Все-таки пролез как-то. Я его даже не заметил. На нас напали. Да хватит, блин, драугры, вы что прикалываетесь? Не, они, блин, раздражают, как у меня вот эти драугры-вонючки. Давай, нападаем сюда. Так, где еще на нас напали? Вот здесь тоже синие. Гады синие, блин, вылезли. Так, нападаем, нападаем, нападаем. Щимим их, щимим. Они, по-моему, башни здесь нигде не строят. А, ну у них вот здесь, в принципе, две только стоит. Вот здесь тоже одна стоит башня. Можно напасть на них вот отсюда. С вот этой вот стороны. Напасть и разнести их в пух и прах. Хотя бы одну деревню вынести. А чё они, блин, ходят? Куда я, туда и они. Так, ну мне надо отхилиться, на самом деле. А потом уже что-то придумывать. Так, что у меня тут по ресурсам, да? Проблема с деревом есть у меня. А почему? Давайте одного тогда пошлем на дерево. Вот, отлично. Плюс 5, плюс 6, плюс 10 денег. Плюс 10 монеток. Все здорово, все хорошо. Торговля идет. Минус 2 счастья у меня. Минус 2 счастья. Тут я больше ничего сделать не могу. Так. 6 воинов. Здесь территорию не захватывают, а вроде бы нет. То есть просто взяли ее и все. Но не захватывают. А где эти йотуны? Подожди. Нету ни одного, хотя они, по идее, должны на меня нападать, но их нигде нет. Может быть, они еще идут где-то в пути? Не знаю, но что-то никого нету. Почему-то. Так, там еще, получается, ребята к нам, да, сейчас подтянутся. Все несчастливы, блин, надо это делать. Пивоварню. Надо 100 дерева насобирать где-то. Где-то 100 дерева нужно насобирать, ребята. Так. Приплыли к нам, приплыли. Оль-гуль. Так, двух воинов берем. Давайте сюда их. Или куда? Вот сюда. Вот они здесь стоят, наши воины. Сюда их тогда гоним. 390 надо, чтобы эту территорию захватить. Офигеть. Офигеть. 390. Ой, тут кто-то на меня напал. Нифига себе, ты чё, блин, такой дерзкий? Офигеть, напал, прикиньте, сам. Дерзить такой. Я тебя, говорит, порву здесь на кусочки. Гад вонючий. Много воинов у них здесь. Так что, может напасть тогда, да, на них, наверное? Если у них здесь много воинов. Этот отхилился. Так, эти куда-то пошли. На другую. Их там реально много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. Их там
Их там довольно много. Да бейте, вы чё бегаете вокруг него? Медведь, ты чё, блин, там стоишь? Иди сюда в атаку. А чё медведь стоит? Я не могу играть за медведя, он туда просто не идет почему-то. А чё с ним, почему он туда не идет? Тю. Может быть, он не может ходить на, типа, на вражеской территории? Не знаю, даже в первый раз, если честно, с таким сталкиваюсь. Так, ну вот этого красного нужно взять. Так, вот сюда, чтобы они здесь отхиливались. Да, ятуны больше эти огненные на меня не нападают. По поводу них можно не париться. Я так подозреваю, что я... А, ну вот здесь еще есть одни тоже ворота, но их... их синий сам, короче, там долбит, походу. Нормально. Пускай долбит. Так, все, да, эту зону я захватил. Отлично. Сжигаем тут все, что у них есть. Уже надо, наверное, нападать на следующую ихнюю зону. Но у меня нету воинов. Много воинов у меня ранено. Идем тогда отхиливаться. Надо ждать, когда мне подвезут новых воинов. Так. А я могу, в принципе, сам же сделать. У меня много денег. Я могу сам как бы запилить немножко воинов себе. Не знаю, там двух хотя бы. Двух метателей топоров. Могу же, в принципе, сделать? Могу, вполне. Вполне себе могу. Так, всех сюда. Вон там эти бегают. Куда-то побежал. Но здесь я напасть уже могу. То есть здесь я могу уже напасть и сломать ихнюю базу. В принципе. Вон он. Побежал на меня. Так, вот этого воина нужно тоже отхилить. Блин, как плохо то, что территории нету рядом, чтобы можно было нормально отхилиться. Так, где ты ходишь? Давай исследуй, пожалуйста. А, я не могу исследовать, да? Так, а, вот, могу улучшить. Все, отлично. Теперь могу исследовать эту область. Давай исследуем вот эту вот область, посмотрим, что у нас здесь. Так, этот там хилится? Хилится. Все, он уже даже отхилился. Его можно переводить обратно. Здесь тоже построили вот это, да? Но мне нужно еще одно здание. Мне нужно теперь... Может быть, лагерь метателей... Нет, может быть, лагерь щитоносцев лучше сделать. Государь. Так, мне прибыли еще... Прибыло подкрепление еще. Щитоносцев сделаем где-нибудь здесь, наверное. Тогда воткнем. Никто на меня там нигде не нападает? Да вроде бы нет. Вроде бы никто нигде не нападает. Ведун призывает из жутких огненных. Так, разведчик был ранен, когда я следовал территорию, обнаружил новые земли. Так, ну хорошо. Ну, пока что к нему у меня прохода нет. А, ну вот только если вот здесь вот сверху, да, ну, через башни, то есть мне нужно будет идти. Надо как-то снизу, наверное, идти. Хотя тут тоже вроде бы башни. В общем-то, везде башни. Так. Тут тоже башня стоит, да? Тоже башня. Постоянно лезет на меня, нападает. Так, а эту зону я захватить себе не могу, да? Мне надо сначала колонизировать вот эту зону. Много очень надо еды, чтобы ее колонизировать, правда. В щитоносца давайте переделаемся. Так, всех берем, всех сюда посылаем.
Вот, единственное, вот этих вот, которые, блин, ранены, их бы, конечно, отхилить для начала. Потом уже все остальное. Так, а, медведь сюда же заходить не может, да? Ну ладно, давайте вот так тогда сделаем. Медведь сюда заходить не может. Ну пускай тогда стоит здесь в защите. Сейчас эту башню сломаем. Башню сломали, отлично. Блин, жалко, конечно, медведь сюда не может войти. Так, получай. Получай. О, отлично, еще одну зону открыли. Тут тоже башня стоит. Тоже башня. Так, 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 долбим, долбим, долбим. Потерял много воинов. Плохо. Так, захватываем эту зону. Что тут у меня по ресурсам? Все очень плохо, на самом деле, по ресурсам у меня. Единственное, что много денег. Это единственное позитивное из всего. Так, ну, радует еще, что вот этот тут ничего не захватывает. Никакие больше зоны. Мы с ним типа в нейтралитете, я так подозреваю. Или с вот этим мы находимся в нейтралитете. Непонятно, если честно, с кем находимся в нейтралитете. Так, все, здесь мы тоже захватили, все отлично. Захватили еще одну зону. Так, наверное, нужно отхилиться. Отвести, наверное, наших воинов, немножко похилить. Здесь тоже, да, ну все, вот как бы осталось. То есть можно нападать уже напрямик вот сюда вот, да. Но здесь две вышки стоит. Вот в чем проблема. Две вышки — это проблема. Так, можно одного знахаря переделать. Попробовать воина. Ставить двух знахарей тогда. На нас напали, опа. Опа, это что это, кто это там? А вот и синий. Гад, блин. Теперь будет постоянно меня, наверное, трузучить здесь. С этой стороны. Я так подозреваю. Постоянно будет на меня теперь нападать. Вылез, блин, гад. А нас напали, нужно обороняться. Да бегу, бегу я обороняться, стараюсь. Стараюсь быстрее бежать, не получается. Быстро не получается, только медленно. Пугало, отлично. Тогда мы, наверное, Мишку оставим здесь. Он в атаке все равно нам не пригодится. А вот в защите будет самое то. Так, этих мы тогда отведем сюда. Эту тоже отведем сюда. Воин, щитоносец один у меня. Ага, прибыло подкрепление небольшое. Хорошо. Сейчас пойдем в атаку. Сейчас пойдем в атаку. На следующую базу, на ихнюю. Нормально то, что уже можно не ждать от атаки этих огненных громил. Их больше не будет, скорее всего, поэтому можно не спеша и аккуратно убивать этого синего. Сейчас будем. Блин, тут появился у них снова воевода. Это плохо. Так, так, добейте, 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 добейте. Надо добить. Надо добить этих гадов. Давай, нападай сюда. Этого добиваем, этого добиваем. Отлично, теперь все сюда бежим.
все на башню нападаем. Отлично, теперь все на воеводу. Эть, кого-то убили там. Кого-то из наших убили. Так, теперь по метателю топоров. По одному, по второму. Теперь сюда. Отлично. Отлично, отлично. Все, теперь обычных вот этих жителей. Блин, еще одного нашего убили. Да что ж такое-то? Бежит такой со здоровенным топором. Ой, по-моему, тут... нас побили. Побили сильно. Нормально. Ну, мы, по крайней мере, ихнюю башню... Ой, он тут улучшил две башни. Это плохо. Это плохо, что он их улучшил. Так, мастер щита. Устойчивость защитных башен, сила так и мирных жителей. Переговоры. Блин, я даже не знаю, что взять. Домашний очаг. Давайте домашний очаг возьмем. Здесь возьмем камень и железо. Улучшим. Щитоносцы, воины. Ну, давайте воинов, не знаю, улучшим. А, ну можно и тех, в принципе, улучшить тогда получается. Ладненько, ребят, на сегодня тогда выпуск закончим. На следующем выпуске тогда уже будем стараться добивать уже эту карту. Это, я так понимаю, все-таки последняя миссия. А не забываем подписываться, ставить лайки. С вами был Корит. Всем удачи, всем пока-пока.